Сегодня я расскажу и покажу вам приемы геометрической резьбы по дереву, чтобы в вашем доме были вещи, сделанные вашими руками. Резать мы будем вот такую чашечку и вот этот браслет. Для работы нам понадобится материал исходный. Встречается и в магазинах для прикладного творчества. Нож, косячок, стандартный инструмент для резьбы геометрической. Карандаш, циркуль. Да, еще вот эти вот набор визиток. Для начала вырезаем вот такой лекалу. Через центр проведены вот контрольные линии. И мы будем этим лекалом наносить орнамент для резьбы и на браслет, и на чашку. Диаметр лекала диктуется шириной заготовки. Вот лекала готовая. Что мы делаем? Надо найти центральную осевую линию. И вот так вот крутим. Вот мы сделали основной контрольный элемент будущего рисунка. И этого недостаточно, мы должны еще сделать вот эти метки контрольные. Вот, собственно, мы перенесли шаблон на заготовку. Этим же шаблоном делаем вот эти вот элементы, вот такие. Накладываем и обводим. Совмещаю вот эту точку с этой и провожу последний штрих. И получился вот такой вот орнамент, готовый уже к работе. Дальше нам надо определиться с полным рисунком. Берем вот этот циркуль, выставляем размер и начинаем отмерять. Значит, идем отсюда и по всей окружности. Надо, чтобы у нас все было гармонично, все это сошлось. Вот так. И вот так. Уже от этих меток следующих точно так же выставляется. И одно за другим вот так вот все это и рисуется, вот, обводится. Все, у нас готов рисунок, и мы начинаем резать. Вот это для начинающих вот обозначил, вот делается надрезка, надрезка сюда, и пошла выборка. То есть геометрическая резьба, она не только вот эти элементы, треугольники. Вот вы обратили внимание, я вроде бы и прорезал. Материал, который выбирается, он не отскочил. Я иду повторно. Ни в коем случае не надо выковыривать. Надо срезать. Тогда будет чистый, гладкий срез. Теперь делаем вот эту сторону. Если у вас есть дети подросткового возраста, нож можно давать, ну, лет с 12 начиная. Опять же, под контролем взрослых. Вот. А расчерчивать заготовку, делать лекало, это вот можно привлекать и тех, кто с вами рядом, детей, внуков. То есть это будет и отспорьем, потому что сам процесс подготовительной работы, он в какой-то момент немножко утомляет. А если, как говорится, вам сделали уже полуфабрикат расчерченный, это уже будет легче, то есть не будет вот это утомление. Я вот, вы обратите внимание, подрезаю я. Я это делаю на глазок. Вы можете на первых порах даже вот это вот прочертить, чтобы вам было удобно. И зачищаем. Мы сделали сейчас самое сложное. Вот эту ногтевидную резьбу. Тут же еще надо все время помнить, что заготовка довольно-таки хрупкая, тонкая, особенно выходящая на края. Приходится периодически вот так поправляя и смотреть ее на свет. То есть не перебрать, не переусердствовать. Самое большое, конечно, удовлетворение, когда работа уже готова. А предвкушение того, что сделаешь, тоже оно бывает. Когда, бывает, приходят друзья, а у меня начатая работа. Ваза, шкатулка. Вот такие моменты, они приносят удовлетворение. Вот получился элемент готовый. Таких составляющих общего орнамента должно быть порядка 10-11. И получается у нас вот такая вещь, вот частично вырезана. И точно такой же у нас орнамент ляжет и на чашечку. И вот в таком виде он получается. Ну, сперва его, конечно, вычистить шкуркой. И когда чистите шкуркой, чтобы остатки карандаша снять,
Потом уже идет лакирование. Давайте мы отложим браслет и вернемся уже к чашечке. Возьмем готовую и определимся. Надо отметить кромку наружную, окантовку змейки и переход на сам орнамент. Для того, чтобы это сделать, берем карандаш и расчерчиваем вот так. Ну вот где-то 1.5 миллиметра идет окантовка, и 4 миллиметра получается под змейку уходит. Теперь берем наше лекало, накладываем сюда, и вот через этот центр делаем метку. И начинаем крутить. Мы определили среднюю линию, на которой будет у нас нанизываться весь орнамент. И обозначаем первый элемент нашего будущего орнамента. И теперь, как и уже по браслету, по знакомой схеме, совмещаем вот метки. Получилось такое изделие. Точно так потом, совмещая центральную линию, делается второй, третий и так далее. Сейчас я покажу, как расчерчивается и рисуется змейка. Вот тут идет середина. Делим еще раз. И делим еще раз. То же самое сверху, но по центрам уже этих отрезков. Вот, значит, начертили и делаем следующее. Идет надрезка из углов опять. К центру утапливаем, а к вершине треугольника вытягиваем. Выбрали мы часть элемента змейки, часть элемента окантовки. Из этого должно получиться вот такое изделие. Вот. При терпеливом отношении можно вот такую работу выполнить, ну, за 2 дня, это не спеша. Как украшение, как подарок, оно вполне достойно, если скажем, молодой человек поднесет это своей девушке, и это будет приятно. Да и ему тоже, если он это изготовит своими руками. Ищите себя в прекрасном. Не важно, что это будет. Поверьте, это есть часть культуры, которая в каждом из нас дремлет. Ее надо пробудить. Найти себя в ней, передать это своим детям, которые передадут и вашим внукам. И я думаю, вам это принесет и душевное спокойствие, и уют, и тепло. Вот я желаю вам успехов во всем и всегда.